Инстардинг представляет 14 сильнейших высказываний, которые заставят вас по-другому взглянуть на критику. Если вас обсуждают, значит, вы — личность. Запомните, никогда не обсуждают и не завидуют неудачникам. Завидуют лучшим, обсуждают лучших. О нас говорят плохо лишь те, кто хуже нас, а те, кто лучше нас, им просто не до нас. Чем сильнее и ярче личность, тем больше псов на нее лают от бессилия и зависти. Собаки лают, караван идет. Вы никогда не пройдете свой путь до конца, если будете останавливаться, чтобы бросить камень в каждую тявкающую собаку. Лучше быть центром внимания, имея неоднозначную репутацию, чем находиться в примитивном стаде осуждающих. Если вы нравитесь людям, вы хороши, а если вас еще и ненавидят, вы лучший. Если вас критикуют, значит, вы все делаете правильно, потому что люди нападают на всякого, у кого есть мозги. Если завистники и недоброжелатели плюют вам в спину, значит, вы впереди. Спорить с хейтером — все равно, что бороться со свиньей в грязи. Вы не только испачкаетесь, но еще и принесете свинье удовольствие. Не тратьте свое драгоценное время на разбирательство с теми, кто вас ненавидит. Тратьте свое время на тех, кто вас любит. Критики избежать невозможно. Даже если вы ничего не будете делать, вас упрекут в безделии. Очернение — это единственно подлинное и неподдельное проявление восхищения. Никто ничего не может сказать плохого про вас. Что бы люди ни говорили, они говорят про самих себя. Если человек вас все время оскорбляет и унижает, это несчастный человек. Счастливому человеку не до этого. Счастливые люди излучают счастье. Очень многих на пути к успеху останавливает мнение окружающих. Очень многие болезненно переносят критику. Мы надеемся, что эти слова помогли вам по-другому взглянуть на природу критики. Здесь главное понять, что от этого бесполезно убегать. Все через это проходят, и это нормально. Зависть, критика и хейт просто неизбежны на вашем пути к успеху. Критикуют всех, и всем тяжело в начале пути. Но если продолжите свой путь, со временем привыкнете и полюбите критику, потому что она будет делать вас сильнее. Такая осознанность по отношению к критике приходит только с опытом, а опыт — только со временем.